Хей, йоу, гейсы, между мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Сейчас игру у нас развернется, все, готово. И нужно вспомнить, на чем мы хотя бы остановились. О, попал лун ножом. Похлопать железяки по плечу. Мы с Флинтом как-то раз заключили джентльменское соглашение. Я собираю с трупов, которые Джек сбрасывает на ледник, все ценное и приношу ему. А Флинт, в свою очередь, не пытает меня целых несколько часов. И он нарушил свое обещание. Хватит это терпеть! Мы его убьем, заберем мой корабль и отправимся в убежище. Идем сюда! Итак, наша программа на сегодня искатель. Бум и Бэм, мои первые помощники, убьют тебя. Джек отвалит нам за это деньжат, а потом я сделаю из твоего трупа батут. Это что? А, лампочка. Железяк, подожди, мне нужно этот... доп. Задание еще выполнить. Это мне еще в эту локацию взять мех оборудование. Подожди. Сейчас я сбегаю и вернусь. Ну и мерзкие же кредильки. Ну что, радость моя, как ты сегодня? Мы с тобой так мало разговариваем. Как ты думаешь, сможешь замерзнуть тут до смерти? Нет, наверное, нет. Разбойники тебя раньше прикончат. А у меня день прошел удачно. Я только что купил бриллиантовую поняшу. Ну, просто потому что я богат. Да, это круто. Ну, пока. Давай, пока. Так. Взять мех. А, мех. Блин, это заново этих сейчас всех убивает, да? Ой. Ой, ой, ой. Не попадать. Шимики, не попадать. Попал. Турелька, работать. Так, а теперь за мехом. Прошу прощения, я нечетко выразился. Я сказал, чтобы получить мех, нужно убить мордоблюю в ближнем бою. Конечно, можно снять мех с трупа мордоблюя, но в чем интерес? Нет, совершенно великолепное парирование. Теперь бери мех, он станет отличным украшением для шляпы. Кроме того, я исследую... Ух ты ж, ё-мо. ...своего альманаха о существах Пандоры. Тихо. Готово. Ты собираешь мех мордоблюев? Я его просто обожаю. Он мягкий, теплый и прекрасно впитывает слезы роботов. Когда ты соберешь весь мех, можешь принести его мне, а не Хаммерлоку. Я слышал, что железяка просил у тебя мех мордоплюя, и я опасаюсь, что он может совершить непоправимую глупость. Например, сделать из него ирокез. Поэтому я решил перебить его цену. И если принесешь мне мех, я отдам тебе одну из моих лучших снайперских винтовок. Опа, снайперскую винтовку. А снайперки это по моей части. Пошли. Ну, в основном турели будет у нас в ночи турель. Да, ты жестокий железяк.
пытаюсь придумать имя своей бриллиантовой пони. Сначала я хотел назвать ее «Сраная тупица», ну, в честь тебя. А потом решил, что это как-то по-детски. Ну да. Может, просто «Хвостожоп»? Ой, нет, еще хуже. Ладно, согласен. Подумаю, а потом тебе сообщу. А, давай, я хотел посмотреть насчет громкости. Нормально. Ну, громкость звука нормально, поэтому... Okay. Турелька справилась. Ой. Как так? Как так? Я застрял. Снайперка — это мощь. Снайперка — это моё любимое. Так, ну это должен мне дать хорошую снайперку, как он говорит, поэтому я думаю, я ему отнесу. И пускай он мне дает годную снопу. Если она будет, конечно, лучше, чем моя. Такое. Ну, железяк. Наверное, мне следует прояснить. Бриллиантовая лошадь, про которую я говорил, это не скульптура или что-то в этом роде, а настоящая живая лошадь, которая на самом деле сделана из земли. Лучше просто ее приведу. Жопец! Жопец! Иди сюда, девочка! Иди, поздоровайся! Жопец, рада с тобой познакомиться. Мне тоже приятно познакомиться с жопец. Боссы, боссы, боссы. Зажигай фитиль, сучка. Бум. И его брат Бэм. А сейчас взорвусь. Минус брат, раз. И куда ты полетел? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Готово. Стал Оливье. Хорошо, я подберу модификатор гранат. А сейчас, подожди. Пособираем все. Блин, пипец, у меня на снайперку и патрона мало. Если будем что-то обгрейдить, будем первым делом снайперку обгрейдить. А тут столько патронов мало. Так, поехали, инвентарь. Модификатор. А, ну в принципе... Выбирать не приходит... Там... Взрывной типа получше будет, но... Так, предупреждение, не использовать в закрытых помещениях. Но оно куда-то просто вверх улетало постоянно. Лучше тогда вот эту. А я в эту... А, она взорвата ж. Да, железяк. После того, так у нас 3000, у меня инвентарь занят. После того, как я отойду. А я не
непременно это сделаю, как только пойму, что ты осознаешь все, что нужно сделать. Тебе все понятно? Да, я знаю, что это сложно, но пожалуйста, соберись. Когда нужно будет выстрелить из пушки, я скажу что-нибудь вроде «Стреляй поворотом из пушки!» Нет, сейчас это была проверка. Выстрела не последовало, и это замечательно. «Стреляй поворотом из пушки!» Еще одна проверка. Слуга, я тобой горжусь. Нет, на самом деле мне уже скучно. Ты уже стреляй поворотом за правду. Потоплю ранен, а теперь нанеси последний удар холодным оружием. Одним врагом меньше. Нужно их добивать так. Все. Все, 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 все. Ну и смех! Ха! Если принесешь смех мне, то получишь крутой дробовик, который я снял с трупа искателя-хранилища. Совсем свежий, даже грусть еще не выветрилась. Прекрасно! Теперь у тебя достаточно меха. Принеси его мне и получишь снайперскую винтовку. Забей на него! Принеси мех мне, и я отдам тебе дробовик! В принципе, что лучше? Я считаю снайперка. То что, если смотреть то, что мы в основном используем, это снайперка. Во всех играх. Так, мне дали еще этот безбашенности. Давайте просто, я хочу просто везде посмотреть все, где что. Ящик. О, сундук. Ну не сундук, а этот корабль, то есть я имею в виду. Так, кто знает, может быть там и сундук будет на корабле. Там, где-то, спрятан. Кто знает, кто знает. Да, сундук есть. Это просто оружейный сундук. О, нет, есть и хороший сундук. Ах ты ж, ё-моё. 49, 49. Ну, в основном дешевое все. Давайте выбросить, выбросить. 35. 43, 49, 48, 43. Так, хорошо. Нам нужно же еще значки этих искать. Как они называются? Искатели хранилищ. Радость моя, скажи Блин, жалко, что она автоматически и не исчезает сама. Здесь мы вот так сделали крюк здоровый. Ну, блин, если брать в расчет, то ближе железя кидать. Ну, я хочу снайперскую винтовку. Потому что я считаю, что снайперская винтовка будет выгоднее. И плюс это от хамелота. А хамелот это, по сути, охотник. Такой же, как... Ну, как не искатель, конечно, хранилище, но охотник. Охотник, он везде охотник. Вот ты надоел. Все готово. Кстати, а я раньше там... Раньше там двери не видел. Нужно будет туда сбегать посмотреть. Хамелот, надеюсь, это будет выгодная ситуация, и ты мне дашь хороший дроп. Очень хороший. Попродаем сейчас еще плюс все пушки, потому что у нас места нету свободного. Там все равно около него там есть это. То, что мне нужно.
Я не знаю, по внешности, в принципе. Да, типа, знаете, такой снайпер, типа скрытный. Если тебе что-нибудь понравится, дай знать. Пу-пу-пу-пум. Камелот. Огромное спасибо, искатель. Благодаря тебе глупый старик будет выглядеть куда круче, чем заслуживает. Я имею в виду себя, конечно. Смотрите, урон 104. Плюс еще, плюс 16% к урону. Вау. Она просто лучше по всем стандартам. Охерена. Охренено. Вау. Так, ладно, давайте по безбашенности. И что у нас там? Два значка безбашенности, урон от стихий. Подзарядка, максимум уровень здоровья, скорострельность. Тут максимум здоровья. Скорострельность. Урон в ближнем бою, урон от гранат, уменьшение дальше, шанс время. Так, это так, скорострельность, ближний бой. Скорострельность. Я считаю, как снайперка это намного лучше, 100 с чем-то, 104 урона, плюс если в голову, это вау. Это будет просто неописуемый урон, на самом-то деле. Так, давайте сюда залезем сначала, попробуем, если я туда смогу залезть. Скорее всего, это просто. Так, сделали. Ну, заметьте, запрятали. Ну, в принципе, можно скачать будет, когда уже будет там второй раз, да, буду проходить. Скачать читы и попытаться везде позапрыгивать, вообще в места, которые я, по сути, не могу запрыгнуть без них. Так, ладно, поехали. В пушку садиться и бам-бам-бам. Давай убиваем. А, так он под два сразу выпуляет. Ни хрена. Ай, летело. Кажись, все. Нужно снайперку теперь в деле проверить. Железяка. Догнать железяку, тю. Дракон. Кажется, я пробовал поднять бунт на корабле капитана Флинта прямо перед заморозкой. Именно поэтому они сейчас выбивают из меня остатки искусственного интеллекта. Так, парни? Заткнись! Ну хорошо. А, я думал, они на меня летят. Меткость можно было пожелать и лучше. Сколько урона? Ну, 500 чем-то. Это неплохо. Так, апнуться. Мы апнулись, безбашенность.
Так, шанс стихийного урона, емкость щита, скорость перезарядки, максимум уровень емкость щита на 1%. Так, а че урон начал вкачивать? Мне бы к щиту идти. А, давайте пока урон прокачаем. Урон попрокачаем немного, чтобы у меня проблем не было. Ну, в принципе, смотрите, выстрел в голову 500 урона. Это довольно много, я считаю. Значит, у железяки появился друг. Честно сказать, я скучал по мальцу. Какие звуки он издавал, когда его поджигали. Аж слеза наворачивается. Мне не нравится, что так... 600 урона даже. Турель готова к бою. Твоя мама была не спят пока. О, турель! Что бы я без тебя делал? Ну, плохо. Да, минус турели, то, что она не срабатывает как надо. Ну, перезарядка, по сути, было написано, что она будет быстрее, но что-то как-то... Увы, увы. Так, это ремонтный набор, да, что ли? Для железяка. Ай. Блин. Фигово. Тут это. Он дергается сильно. Я думаю, где враг? Ой, как не посмотрю все свои видео. У меня так рот открыт. Или немного приоткрыт. Странно. Ну, я, конечно, это без звука смотрю, потому что я в этот момент ищу момент, где мне, так сказать, делать аутро. Ну, как аутро. На превьюшку, короче, так сказать. Что пойдет. Патроны, пипец, у меня просто вылетают. Ладно, не залезь мне туда, полетели дальше по прямой. Восстановление перед выстрелом долгое. То есть я выстрелил, да, и у меня все равно типа задержка долгая при этом. О, ништяк. Сигнальчики. Действуй осторожно, лапочка. Полетели. Ой, об что? А из-за чего я начал гореть? Рано. Что меня подожгло? Очень странно. Так, ладно. Я вижу, тут где-то торговый автомат есть. Но я его чё-то не вижу. Может, он там где-то снизу? Что у нас снизу?
Внизу у нас вода. Есть вариант, что это там наверху. Черт, ну ладно, побежали наверх. Сколько, 25 минут у нас? Думаю, добежим за 5 минут. И 100 пудов там будет очередной босс. А, круто. Туда-сюда уже места нету. Великолепно. Что сказать? Великолепно. Есть магазин с хилкой. Магазин с хилом. Сейчас сбегаем за теми боеприпасами и продадим, потому что это деньги, а деньги важны. Плюс благодаря этому мы получаем безбашенность, то что продаем. Пипец, железяка убежал. Я что, пока с этими стрелялся, он что, убегал от меня? Дурень. Нет, я не при смерти. Воу-воу-воу! Йо-йо-йо-йо-йо! Билочка, поздоровайся с гостями! Автопушка делает из них фан! Ладно. Вот коррозия — это плохо. Коррозия — это будет разъедать мою пушку. Как висится Человек-паук? Совсем не О, рейтинг безбашенности поднялся. Добро пожаловать в портативную клинику доктора Зеда. Чем я могу помочь? Так, тихо. Кому мусор, кому это драгоценности. Расстреляемся, урон стихи, скорость подзарядки, урон в ближнем бою, шанс. Так. Давайте скорость подзарядки. У меня есть для вас предложение. Ты вместе с Железячкиным всю жизнь будешь помогать нам в изобретении новых пыток, а мы за это вас не убьем. Подумай, хорошенько подумай. Пускай там решает турелька. Воу-воу-воу. Пистолетик. Пистолетик, пистолетик. Железяк. Базука. Пошел в жопу, Флинт! Сам видишь, мой слуга супер-пупер-пупер безбашенный! Идиот. Погнали. Стой, а я продал все пистолеты? Да, продал. Защищай меня, Турелька очень полезная здесь. Железяк, побежали. Тихо, турель забрать. В ящиках может быть много чего полезного. В ящиках дают мне патроны. Особенно снайперские патроны. Для меня это очень ценное. Все нужно смотреть. О, видите, вот сейчас бы пробежал. Ступеньки! Ступеньки не для меня. Поищем другой путь. Вот сейчас бы я ушел и все.
Минус автомат, минус дробовик, бля, это плюс деньги. Я думал, я застрял, думал, классно. Так, ты говоришь ступеньки, да? Ну, в принципе... Железяк. Короче, ждай меня, будут искать тебе путь. Путь. Турель готова к бою. Бац, поехали. Ну, забираем турель. Так, патроны нету. Так, есть патроны, тихо. Снайпа. Да, снайперка и пусто. Еще снайперка. Там ничего нету. Деньги. Так, у нас уже почти 6к. Тихо. Плохо. Голову. Там еще кто-то был, тихо. Ладно, перезарядимся, передвигаемся. Засада. Сейчас я им туда закину. А, не буду закидывать. Так, убью сам. Жаль, деньги. Так, унитаз. Пушки. 33 уже. Наверх. Да все нормально, железяк. Хера ты так быстро. Полетели. Так, мне патроны нужны. Мне патронами довольно много делится. Тихо, снайперка. Ага, next boss. Next boss, да? Слишком большая зона. Давай, Флинт, выходи! Это я, твой друган, железяка! В принципе, мы могли закончить еще на той серии, чтобы... Ну, типа, в той серии у нас был этот... Бум, да, его брат. Парни, у нас тут новые игрушки для пыток! Задайте им жару! А, гори, детка, гори. Ну, и сейчас я, короче... Автоматическая турель готова к бою. Только я не вижу его. Есть
Ладно, поджигаем. Я понял, до свидания. Бац, бац. Крит. Тихо, тихо, тихо. Подожди немножко. Подожди немножечко. Тихо, 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 тихо. Ух. Все, отлично. Привет, привет, допустим. Где, 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 где? Бац. Можешь не бегать. Черт, черт, черт. Готово. Когда прокачаю... О, щит улучшенный. Лучше, чем мой. Давай, железяк, шустрей. Так, ну что, идем к моему кораблю. Да, давай, давай. Так, давай, тогда это сразу сделаю. Щит. Ни хрена он лучший по всем стандартам. Ну, пистолет, в принципе, он тоже поджигает, но мой получше будет. Ну да, типа у него меньший шанс, но все же. Даже все же, все же. Дробовики, ящики. Это твой корабль? Прикольный. Давай. Сейчас, капитан, подождите, нужно собрать все хорошее, если есть еще что-нибудь. И отправляться. Можно вернуться, попытаться обратно и попродавать там вещи. Сколько у меня места еще есть? Ну блин, 7 мест, блин, значит, в инвентарь маленький очень. Давайте пистолет, чтобы быстрее немного передвигаться. Я за то, чтобы сейчас спрыгнуть, быстро все продать и заново сюда прибежать. Все равно время у нас, считайте, уже подходит к концу. Сейчас уже серию будем заканчивать. Из-за определенных ситуаций может быть, что мы с ним будем там заново драться, если нам типа предложат вернуться в эту же локацию. По каким-то. Да опять что мне поджигло? Что, что, что? Вот эти что ли? Нет. Так, ну в принципе больше ничего нет. Вот там что-то есть, может быть, наверху, но мне туда не залезть. Так, один бакс. Деньги — это важно. Итак, поднять паруса! Глава 4. Дорога в убежище. В принципе, мы можем закончить на этом, а в следующей серии уже отправиться, куда нам там нужно. Поэтому... Выше смогу забраться? Нет, не смогу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.